Белорусские атлеты завоевали 13 наград в первый день открытого чемпионата Беларуси по самбо категории А на призы президента. Сегодня проходят завершающие соревнования, после чего будут названы победители турнира. Стоит отметить, что во время этих соревнований происходит окончательный отбор как в нашей сборной тех, кто примет участие во вторых Европейских играх, так и в командах, которые прибыли из других государств. Их два десятка. Данный турнир проходит в рамках подготовки к Европейским играм. Он является для нас тестовым. На этом турнире отрабатываются все системы, которые должны будут работать и обеспечивать проведение соревнований во время вторых Европейских игр. За награды турнира категории А борются около 300 атлетов в боевом и спортивном самбо. Беларусь представляет 25 спортсменов в 9 весовых категориях у мужчин и 7 у женщин.